Волонтеры Новополоцкого представительства БРСМ совместно с местными госавтоинспекторами организовали праздник в честь дня рождения для воспитанника социально-педагогического центра. Приятным дополнением к поздравлениям стали сладости. В Полоцком РУВД подвели итоги работы за 2022 год. Мероприятие прошло с участием областного руководства и представителей местной власти. В завершении встречи сотрудникам, которые добились высоких показателей в службе, вручили награды. Кроме того, 8 милиционеров получили ключи от арендного жилья. До 1 марта Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник принимает заявки на 5-й областной детский фортепианный конкурс «Бах и 21 век». Участниками могут стать воспитанники детских музыкальных, школ искусств, музыкальных колледжей до 16 лет. Сам конкурс пройдет 21 и 22 марта. Полимеровцы поддержали республиканскую акцию от всей души. Работники предприятия доставили многочисленные вещи, посуду и угощения в больницу сестринского ухода и благотворительный фонд «Родник добра». Также заводчане посетили на дому ветеранов предприятия.